Сегодня будем готовить вкусный винегрет. Варится буряк, морковку и картошку. Картошку буду варить минут 25, потом достану, а буряк и морковку час по времени варить. Овощи мы очищаем от шкурки. И все мы нарезаем кубиками. Сначала нарезаем морковь и отправляем все это в нашу тарелочку или кастрюльку. Лучок нарезаем, картошечку нарезаем. И все это мы заправляем 5 столовыми ложками растительного масла. И все это хорошенечко мы перемешиваем. Мы это делаем для того, чтобы наш буряк потом не покрасил весь наш салатик. Чтобы у нас все ингредиенты были уже в маслечке. И цвет не распространился. Добавляем примерно 300 грамм квашеной капусты. Тоже, чтобы она у нас перемешалась уже с растительным маслом. И все это мы снова хорошо-хорошо перемешиваем. Дальше мы добавляем порезанные огурчики. Штучек 5. Тоже мы все нарезаем кубиками. И добавляем фасоль, вот такая фасоль, целую баночку фасоли мы добавляем, там примерно 410 грамм. Снова все мы хорошенечко перемешиваем. Дальше добавляем бурячок, тоже порезанный кубиками. Хорошенечко солим. Доводим до вкуса. И все, мы все это перемешиваем, и наш винегрет готов. А насыпаем теперь в тарелочку. И вот такая вот красота у нас получилась. Пробуйте, готовьте. И до новых встреч. Пока-пока.